Депутаты Магаданской думы поздравили своих избирателей с Международным женским днем. В библиотеке имени Куваева выступили коллективы танцевальных школ «Онлайн» и «Кристалл», а сольные исполнители прочитали тематические стихи и посвятили дамам песни. Заместители депутатов Ксении Суханкиной и Александра Вахова организовали для гостей творческий вечер и побыли с избирателями за одним столом. Депутаты Магаданской городской думы Ксения Александровна Суханкина и Вахов Александр Георгиевич сегодня совместно с библиотекой Куваева организовали торжественный концерт, посвященный 8 марта для жителей своих округов. Мы пригласили наших милых дам на этот праздник, устроили им праздничное мероприятие с чаепитием, такой вот небольшой концерт с песнями, с танцами. Пожелали всего им самого хорошего, самое главное, крепкого здоровья, благополучия семейного и всегда весеннего настроения. По окончанию мероприятия всех наградили праздничными подарками, а избиратели смогли обсудить хозяйственные вопросы с заместителями депутатов своих округов.